По информации Министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области, на Колыме продолжается борьба с природными пожарами. Силы и средства авиалесоохраны осуществляют работы по тушению 5 пожаров. За последние сутки ликвидирован лесной пожар, возникший в районе поселка Атка. Работники Аткинского участка ООО «СК Стройдор» с помощью бульдозерной техники своевременно приняли меры к локализации пожара, проложив вокруг очага минерализованную полосу. Дотушивание и окарауливание кромки осуществляли работники авиалесоохраны. Тушение лесного пожара осуществляется в районе поселка Талая, где в 8 километрах от поселка в результате грозового разряда загорелась сопка. Группа десантников авиалесоохраны доставлена к месту действия пожара вертолетом. Продолжается тушение лесного пожара, возникшего в 20 километрах от поселка Амсукчан. В помощь к работникам Амсукчанской лесопожарной станции авиалесоохраны направлены силы областного пожарно-спасательного центра. Кроме того, тушение пожаров осуществляется на территории Тенькинского, Сусуманского и Северо-Ивенского городских округов. Пожарная опасность на территории области остается высокой, местами чрезвычайной. Продолжается грозовая деятельность. Ситуация остается под контролем. Чрезвычайных ситуаций нет. Угрозы населенным пунктам не допущено.